Всем привет! Сегодня будем устанавливать MySQL на Linux Mint. Перед вами свежеустановленная версия, чтобы без всяких сюрпризов. Я установил виртуальную машину, и все, что нам нужно, это просто открыть терминал и набрать MySQL, прошу прощения, sudo apt install MySQL server. Нажимаем Enter, вводим пароль рута. Или ваш Y вводим, и у нас начинается установка MySQL. В принципе, это можно на любой Linux, Ubuntu, Debian, там, ну, по крайней мере, все Debian подобные. Здесь вводим пароль. Ну, что-нибудь простое, там, ввели символ. Повторяем наш пароль. Пароль рута. У нас есть главный пользователь root, так же, как и в Linux, я думаю, все линуксоиды понимают это. Вот, мы ввели пароль, он у нас запомнил, и теперь мы его сможем юзать. Собственно, MySQL устанавливается. Все установилось, можем запускать. То есть я беру, пишу MySQL, минус U и минус P. То есть минус U это говорит что о том, что у нас будет пользователь, я его могу вот так вот указать root. И минус P говорит о том, что он будет с паролем. Но на самом деле можно и просто так, минус U root и минус P указать, и мы зайдем в MySQL. Здесь нужно указать пароль, который мы ввели для рута. Нажимаем Enter. И вот мы в MySQL. Здесь можно show databases. Неправильно написал. Show databases. Вот база данных, которые есть у меня на системе. И в принципе дальше мы можем данным MySQL пользоваться. Ну, как-то так. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всем пока.